Поддержать по всем направлениям. В администрации Самары обсудили меры поддержки военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. На межведомственном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили ход реализации плана, утвержденный губернатором Дмитрием Азаровым. Программа возвращения направлена на комплексную адаптацию военнослужащих. Это помощь в оформлении всех положенных льгот, комплексное лечение, реабилитация и решение бытовых нужд. Основная задача этого совещания – все-таки наладить такую беспроблемную, безбойную межведомственную связь от получения информации до сопровождения бойца, до сопровождения семьи. Сегодня обсуждали вопросы медицинского сопровождения, культурного сопровождения, спортивного сопровождения, обмена информацией. Мы это все обсудили и понимаем, как действовать дальше. Самара стала одним из первых городов России, где вопрос реабилитации вернувшихся военнослужащих был тщательно проработан, а механизм отлаживается и запускается. Самарская область одной из первых запустила электронные социальные паспорта. Здесь созданы центры психологической помощи. Организована и проведена первая в России образовательная программа обучения специалистов-психологов. Запущена расширенная двухэтапная диспансеризация бойцов. Сейчас на портале госуслуги разрабатывается сервис по информированию военнослужащих и их семей о существующих мерах поддержки. Приезжают из других регионов, непосредственно из Москвы, приезжали представители фонда «Своих не бросаем», чтобы оценить наш опыт и принять его для реализации. Наш проект был представлен президенту Российской Федерации, который дал поручение распространить опыт Самарской области по другим регионам. За каждым бойцом закрепляется куратор. Он рассказывает, на какую поддержку и помощь может рассчитывать вернувшийся из зоны СВО и помогает их получить. Работу с возвращению начинает также куратор, который выдает памятку о шагах, которые ему необходимо предпринять, консультирует о мерах поддержки. Межведомственное взаимодействие по работе с военнослужащими и их семьями проходит на постоянной основе, чтобы каждый получил комплексную поддержку. Виктория Шара, Константин Головин. События.